В детский отдел благотворительного фонда «Металлург» потянулись жемчужины, участницы конкурса красоты. Девушки дружно откликнулись на призыв председателя фонда «Я женщина» Марины Сергеевой принять участие в сборе детских вещей для многодетных семей. Это и понятно, все красавицы, согласно правилам конкурса, имеют детей, а стало быть и детскую одежду, которая стала уже маленькой. О благотворительной акции рассказывает Юлия Никифорова. Пункт «Берегиня», куда магнитогорцы приносят детские вещи, работает в благотворительном фонде «Металлург» уже 9-й год. В рамках программы поддержки многодетных семей «Дружная семья» сотрудники фонда оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, раздают эти вещи семьям с детьми. Красавицы-жемчужины, конечно же, откликнулись и приняли участие в этом добром проекте. Все они – мамы. Кому как не им знать, как быстро малыши вырастают из своей одежды. К акции присоединилась и участница конкурса «Жемчужины» прошлых лет Юлия Риви. Более того, девушка, работающая педагогом в многопрофильном колледже, привлекла к проекту и своих учеников. Я, естественно, пришла с этим предложением в колледж, и ребята с удовольствием отозвались, откликнулись и собрали все, что могли, всем миром. Конечно, это такая первая ласточка, но мы надеемся продолжать собирать вещи и присоединиться не только многопрофильный колледж, но и МГТУ. Внести свою лепту в этот благотворительный проект, принести детские или подростковые вещи, может каждый желающий. Мы с великой радостью примем ваши вещи в хорошем состоянии, для того, чтобы кто-то еще мог поносить, порадовать себя хорошими вещами. Вы можете прийти к нам в благотворительный фонд «Металлург» по адресу проезд Сиреневый, 12, кабинет номер 2, и оставить свои вещи. Только в прошлом году в пункте «Берегиня» зарегистрировано около 200 посещений. Было роздано более 2500 вещей. Остается добавить, что работа «Берегиня» продолжается. Юлия Никифорова, Владимир Ровинский, телекомпания ТВН.